В Пушкинской школе номер 6 праздник начался с выступления хора. Концерт под названием «Новогодний калейдоскоп» собрал разные таланты школы. И получилось музыкально-литературно-театрализованное представление. Здесь у нас будут и персонажи сказочные, и танцы разных совершенно форматов, от вальса до современных. У нас будут звучать музыкальные инструменты, читаться стихи русских классиков, и будет настоящий российский Дед Мороз. И все это под исполнение песен вокально-хоровой студии «Альтаир». Более 25 номеров подготовили ученики начальной школы. При этом в концерте приняли участие даже ребята помладше. Я еще пока что не хожу в школу и играю на фортепиано. Мне 6 лет. А что ты сегодня исполнять будешь? Я буду исполнять произведение «Мазурка». А это выступление Ивана Рыбалка. Мальчик уже 3 года занимается игрой на саксофоне, аккомпанирует ему мама. Такой семейный номер они подготовили специально для новогоднего концерта. Есть медали, кубки. Я занимаюсь саксофоном, потому что хочу поступить в училище Гнесинки в Москве. Кто-то хорошо поет, кто-то танцует, а кто-то отменно читает стихи. И не просто тематические, а русских классиков. Каждый смог показать то, что у него получается лучше всего. Мы связали в этом сценарии чтение стихов русских поэтов о зиме. Песня о российском Деде Морозе. Мы хотим, чтобы наши дети именно русскую культуру чувствовали зимой и летом во все праздники. Это наша задача школы – воспитывать это чувство гордости за свою культуру. Какой же Новый год без сказки? Так на сцене появляется Баба Яга и ее подруга Кикимора. И, как всегда, их цель – сорвать праздник. Потому что у нас его давно не было, он нам нужен, а вам он так не особо надо вам этот... Новый год один на 300 лет. Злодеи решили украсть Снегурочку, а ребятам нужно было помочь ее освободить. Для этого они должны были правильно отгадать загадки Бабы-Яги. Это оказалось сделать достаточно просто. И вот Снегурочка на свободе, а к ней спешит Дедушка Мороз. С его появлением все стороны примирились. И вот уже Баба-Яга с Кикиморой поздравляют всех с наступающим Новым годом. Дорогие ребятишки! Поздравляем вас с Новым годом! От имени всего нашего страшного, ужасного леса! Слушайтесь родителей! Ешьте кашу! Не обманывайте и не делайте пакости! Этим займемся мы с Ягушей! Да, моя хорошая, с Новым годом! С Новым годом! В конце все, и зрители, и участники концерта, и даже сказочные персонажи пустились в пляс. Песни, которые исполняли на сцене, знают все ребята, поэтому они подпевали всем залом. Я своим детям... нашей школы, их родителям желаю в преддверии Нового года самого-самого наилучшего, самого-самого теплого, здоровья, успехов, творчества, любви, того, что каждый человек загадывает подбой курантов. Мария Лихобабенко, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.